Всем привет, дорогие друзья! Бычка мы так и не продали, так как семя у нас поблизости нету джерсийского. Решили его оставить. А в Кемерово очень далеко нам ехать за таким семенем. Посмотрите, какой он лохматенький. Какой черненький стал. Спина белая. Вот такой красавчик. Стоит, мерзнет. Ой. Ой-ой-ой, все. Так, а тут и наша принцесса. Елочка! Елка! Какая она шустренькая. О, уже совсем взрослая. Вот так. Мы ее выпустили. Женя у нее хочет почистить. Сейчас чистит. И как раз заодно нальем воды в бочки. Так, мне надо взять палочку. А то меня задуденкают здесь. Сейчас он хочет. Видите, какая она хорошая. Такая шустренькая. Ну, палочку я возьму, потому что их рога я боюсь. Да. Как всегда, ведро летает. Ну, тут у нас коровки. Вот лапочка. Ее сейчас мы не доим. Зоренька. Ну, как обычно у нас все в говнешках. Но это нормально, потому что они не выходят, не гуляют, так как на улице морозы. Привет, Люсенька. Вот. Ну, что сказать, не сыро у нас. Ну, это вот они недавно пописали. Сейчас это все почистим. Все посыпем трухой сена. И будет все. О, тоже. Во. Во. Вся нога, Люся. Люциюшка. Ну как так? Ну, Люцию мы еще доим. Если честно, я забыла, когда ей делиться. Надо посмотреть, потом вам расскажу. Зоря тоже будет доиться до весны. Ой. Так, а лапочка уже вот-вот. Где-то в феврале должна отделиться. Так, закрываем стайку одеялом, чтобы им не было холодно, если 30 градусов. Так, вот бочки, в них наливаем воду, чтобы из дома не таскать. Так, сейчас посмотрим, что там у елки. Ну, у елки почистили. Тоже засыпем сеном. Люциюшка. Так, пойдем к елочку. Ласточек нету. Ласточки улетели. Вот они, девчушки, красотушки. Так, а вот и наши. Бычок и елочка. Так, елка у нас уже приходила в охоту несколько раз. Я тебя боюсь. Ты хочешь на мне поездить? Смотрите, какие у нас выросли рожки. Вот. Рожки. Роженьки. Ну, елочка, ну иди побегай, пока тебе есть возможность. Елка. Да! Ну что это такое? Я сейчас палку возьму. Женя уже жаловался, что она хотела на него запрыгнуть. А видите, что делается? Никакой палки не боится, бронявая такая. Как будто она из Сибири. А куртку зачем жуешь? Ёлка! Ну и в конце-то концов. Ну дайте поснимай-то. Вот бычочек красавчик. Как он мне нравится, матросик. Ты такой хороший парень, а? Такой хороший паренек. Как ты морозы еще тут стоишь? Да что это такое-то? Ёлка! Ну-ка не дави.
Видишь, что делается? Она меня хочет съесть. Вот что делается. О, о. Иди там побегай. Разомни ножки. Иди, он по снегу полазит. Иди, иди. Иди, иди. Так, сейчас покажу своих курочек. Вот что делает, вот что делает. Вот они сидят, курочки. Уходи, уходи. Так, смотрим, смотрим. Тут у нас одна лампочка всего у хрюшек. Это у нас свиноматочка здесь, она у нас беременная. Лампочку не грызет, кстати. Так, не ходи сюда. Сейчас покажу вам. Курочки, зачем яичко выкинули на пол? Эти что, падают яйца прям на пол. О. О. Это у нас сегодня. Я уже 3 яйца собрала. Получается 4... 5 яиц и плюс 3. 8 яиц сегодня я собрала уже. Вот так, дорогие мои. Никогда такого не было, чтобы куры несли. Вот смотрите, летом я белила, а сейчас все уже такое облезшее. Так что вот так, курам мы сейчас даем снег. Сейчас я пойду отнесу яйца. И наберу им снега. Так. Я сегодня им давала уже тыкву. Шкурку от яблок зеленых. Они уже все съели. Вот. На улицу не выходят. Лапки мерзнут. Так. Ну что там? Так вот. Женя с ними воюет. Гляньте, какая красота. По-моему, у нас елка самая чистенькая. Ну, корова это что-то с чем-то. Любительницы в тепло лечь. Ох, какие они счастливые. Какой у них хозяин молодец. Сегодня тепло, поэтому можно елочку выпустить. У нас сегодня 13 градусов. Мы хотим побыстрее, чтобы она стала коровкой. Хотим посмотреть, какая она будет взрослая. Здесь закрой. Да, сейчас. Вот сейчас. Закрываю дверь у курочек. Будет холодно. Так. Все очень просто. Раз и все. Так, ну ладно, дорогие друзья. А, я еще вам хотела показать, что навоз мы складываем сюда. А еще в телегу нас, ну, попросили складывать в телегу Николай. Он увозит к себе на огород. Ну, что к нам, что туда складываем. Все легче. Вот как они любят сено. Возьмем палочку и пойдем. Что мне? Иди сюда.
О, счастье-то сколько! Женя ее очень любит. Вот так накладывает сено. Тепло так тепло, а руки-то все равно мерзнут. Ты глянь-ка, что... Да совсем не видно ничего. Что еще от жизни надо? Ёлку мы пока на ошейник не садим. Она у нас бегает в свободном плавании. Так как еще, ну, только лапка у нас отелится, ёлочка будет стоять на цепи. Тут у нас свет. Потому что там, где сейчас находится ёлка, будет стоять теленочек. Там у нас ясли для маленьких. Вот. А елку уже будем думать, куда ее пристроить. Ну, матросик это вообще что-то. Была бы такая корова у нас, как матрос. Ну зачем ты? Ну зачем ты рогами вот так рогатишься, а? Ну для чего? Ты же хороший парень, всегда со мной дружишь. А? Смотри, какой ты пушочек. Посмотрите, какая у него спинка. О, какая красота. Ой. Он может и легануть. Такой парень. Лялякать, да. А как? Дай хоть палочка тебе. Почешу. Вот. Раз так не подпускаешь. Может, боится, не знаю, не буду палочкой махать. Ну, а так вот и живем потихоньку. Там собачки у нас. Вот еще. Вот воду наливаем вот так ведра. Туда попадает ведра сена. Но они это сено что жуют, что выкидываем потом, чистим эту воду. Просто другого выхода мы не видим, как им здесь эту воду держать. Вот. И вот так через каждых 2-3 дня наливаем вот в эти бочки воды. Боремся. Пить захотел. Вот сейчас напьется, и потом это ведро будет летать по всему загону.
Ну, кто говорил, что джерсийские породы не могут зимой зимовать в большие морозы? Он зимует же. Было и 35, стоял на улице. Да, мы только коровок вот в стайке держим. Так, иди, иди, иди. Иди, Люся. Моя куртка. О, видите, все. Вот так вот. Все. Это он выпил и злится, что больше у него воды там нету. Он еще, наверное, хочет. Не надо, он выливает. Я что не знаю. Я же его утром надеваю, обед, вечер. А. Как захожу, так наливаю. Вот, так. Воюют. Всем повоюют. Так, уходи оттуда. А чё? Туда уходи. Ладно. Сейчас. Ёлочка, меня выгнали. Я... Ой, простите, пожалуйста. Простите, пожалуйста. Вперёд. Так, на место её загоняем. Не хочет, не хочет в домик-то идти. Увидим. Ты знаешь, я хотела его погладить, а он меня чуть не леганул. Большой. Вот. Большой, да. Матросик. О, ему прям идет это имя, матрос. Он такой серьезный парень. Блядь, поверь. Тёпа сама, блядь. Это у него рога чешутся. Чешутся, я потише. Или растут. Ёлка, ну-ка вылазь отсюда. Да, нет, блядь. Она говорит. Не пойду. Пойду. Влад, давай пошли. Давай вылазь отсюда. Оп-оп-оп-оп, куда? Куда? Давай домой, домой. Иди. Вот, не хочет ни в какую. Стрекоза. Вот так. Иди. Ага. Жалуется, папка, ты чё? Зачем? Скажи, да? Зачем ты меня в домик загнал? Дай еще побегать. Вот, такая хорошенькая. Ну, Люция, как шарик стала. Была худющая. Они, наверное, такие есть коровы. Не знаю, когда мы ее брали. Как она будет рожать? Мы даже не знали, может нас обманули, что она там стельная. Она родила, мы даже и не пузо, ничего не было. Да, у нее сейчас вот второй отел будет. И а прямо она у нас какая... пузатенькая. Как будем телиться, неизвестно. Люсенька. Нет, слушай, ну мне кажется, с прошлого раза, вот когда я недавно ее видела, она это... Чего? Была потолще, сейчас что-то похудела. Да, ну, что она... Ну, а бедра такие же остались, видишь? Да, она такая же была. Одни кости. Ну, Зоря слабкая, конечно, добротные дамы. Еще в говнёшках бы никто не лежал бы. Да, Зоря? Вымя большое и лежим в говне. Лапушенька. Ну, лапушенька у нас беленькая всегда. Редко, когда запачкается. Так, вот ну... Вот к чему, да, месяц стоят, блядь. Ну? Эти грязные, она чисто всегда, блядь. Да, вот сено-то мы любим. Вот эти две красавицы, Зорька и Лапка, выбирают сено, они палки есть не будут. А вот Люциюшка, она съедает все. До последней соломинки. Она не парится. Ну, и тебя тоже мы не забываем. И ты съедаешь тоже все.
Вот так вот она. Видите, что делает? А, лизунья! Ну, лизунья! Так, ну ладно, ребята, все. Обзор сделала. Всем пока!